Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Снэп от Марвел. Так, у нас что, сразу матч? Кейси. Даже не дали мне возможность ничего сделать, хорошо. Ладно, я готов. А что за подлагивания такие жесткие? Почему всего три карты? Что с игрой происходит? Так, на третьем, четвертом отходу сюда нельзя добавлять карты. Ну, посмотрим. Так, у меня агент. А у него Найткравлер. То есть ночной змей. Эффекты. При раскрытии срабатывают на этой локации дважды. Все, я пока пропущу, наверное, ход. Киллмонджера, у меня два киллмонджера. Сфига ли, у меня здесь два киллмонджера, ребят. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет ее копию в руку противника. Этого мне абсолютно делать не надо. Вот у него что. Так, ладно. Ту-ту-ту-ту-ту. Что мы сделаем? Наверное, вот так. Бишоп и Блейд. Или как нам лучше сделать? Так, Блейд стоит одну единичку. Бишоп, по-моему, тоже... А, нет, Бишоп. Я могу сделать вот так, наверное. И вот так. Кого он туда послал? Я не знаю, ребята. American Chiefs. Серьезно? Извини. Полную шляпу сделал он, если честно. Полную. Он вот этими вот картами хотел меня выиграть. Он еще там снэпал. Ты видел? Я думал, что он, наверное, сейчас нас порвет просто. Снэпает там. Думал, жесткий типок попался. А на деле ватник. Просто ватник. Ребята, ой. Ух ты. А, это Хэлла и Грут. Грут такой. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. А, 50 баллов. О, нифига себе. А, это Белая Королева. Это Джефф какой-то. И Маддог. Подожди, а можно мне взять мои... А где кристаллы-то мои? Эй, вот они. Ну, не кристаллы, а кредиты. Так, здесь еще два задания выполнено. За них я тоже получу сейчас награду. Замечательно. Ну что, продолжаем, друзья мои, играть в Снэп от Марвел. Давно не играл, можно даже сказать, немножко соскучился. В основном мы сейчас, знаешь... Играем растения против зомби-герои. Ежедневки, ежедневки, еще раз ежедневки. Сегодня, наверное, тоже будет, ребят, серия. Здесь нельзя разыгрывать карты, которые, понятно. Давай тогда сюда поставим. Так, а он там кого? Человек-муравей. Угу. Добавляю здесь карту монстр с базовой силой, понятно. А мы поставим тогда морду.
колосса влепил. А что он хочет сделать? Не будут раскрываться до конца игры. Нафиг носорог. Почему у меня два носорога в колоде? Что за бред? Что за этот? Два носорога. Кто у меня там еще два? Два. Так, я могу только человека-муравья у него уничтожить, да? Ха-ха-ха. Молодец, красавчик. Давай я вот так вот поставлю. И последний у нас ход. Позвать Думу, что ли? Я так, наверное, сделаю. И кто же там у него? И все? Ах ты, тварина! Ты посмотри, ребята! Ай-яй-яй-яй-яй! Как же так-то, а? Ну, я не знал, что вот этот тут хлыщ. Чисто вот... Ай! Если бы у меня бы там хотя бы не за 3 было, а за 4... Если бы там бы не морда стояла, а кто-нибудь другой. Да. Так, шанс погибнуть у карт есть. Надо мне убирать из моей колоды. С какого перечета за колода? 2 киллмонджера и 2 этих. Это непорядок. Выставил на шару, да? Так, первый игрок, который заполнит локацию, утягивает... Ага, понял. Будем пытаться заполнить локацию. Ну что, киллмонжер, наверное, поставим, да? Здесь я сделаю, наверное, вот так вот. Ну что, я уничтожу сейчас ему. Магнит этот. Джибели меня не интересует. Так. Thank you.
Лопух, просто лопух, ребята. Просто лопух. Хотел, да? Хотел, как говорится, меня наколоть, а наколол сам себя. Так, ну что, забираем здесь награды. Тут-то что у нас, а? Ранг повысился, да? До 5-го. Сезонный пропуск. 200 кредитов еще в плюс. Так, итого у нас 20-ка. 20 персонажей. Ну, я, естественно, ребят, буду нужное мне прокачивать. Так, с кого бы нам качнуть-то, а? Можно, конечно, тигрицу качнуть белую. Ай, белая тигрица. Почему дума нельзя? Дум ботов вызывает, который... Ну, давай, уговорил. Блестящий логотип. Белая тигрица. Так, 50 кредитов и 10 бустов. На кого? На Дэдпула. А я, кстати, ребята, Дэдпула получил. Только вот где он? Он стоит сколько? По-моему, там одну единичку, да? Вот он, ребят, Дэдпул. Чисто за... Заходишь, когда в игру, ежедневки дают, раздают там ежедневно карты. И мне выпал Дэдпул. И, естественно, я его забрал. Так, здесь забрали. И здесь тоже забрали. И ранг у нас уже 7-й. Ну что, поехали дальше. Пока идет все хорошо, ребята. Ну, не считая, конечно, первого поединка, где я просто так нелепо встрял, а. Просто нелепо. Зибиман против нас. На 5-м ходу карты стоят на 1 больше. Нафиг. Угу, ракета обделался. Белку, блин, на каждую локацию. Я поставлю морду сюда. Электру. Что там у нас? Так, находящийся, ага, плюс 3 к силе получает. Давай я так сделаю. Где Килмонжер, когда он нужен, а? Мне надо уничтожить эти единички. Опа. Такс. Подождите секундочку. А откуда у него здесь плюс 4, плюс 4? Я что-то не понял. Откуда у него здесь плюс 4, плюс 4? Без способностей. Все, я понял.
И что мне поставить? Проиграл я, ребят. А, последний ход. Вот она, радость-то моя. Вот она, где была-то. Прощаемся, да, получается, с этими ребятульками со всеми. Нет, Казар. Это не поможет тебе. Блин, Киллмонжера куда поставил? Ёпарзатый, ребята, я тупанул, блин, я тупанул. Идиота кусок, ты куда Киллмонжера поставил? Ой, блин, дурак, а. Там же у меня пес этот стоит, он же не дает, ребята, способность действовать. Это же надо так, блин, тупануть-то было сейчас. Я уже распрощался со своим противником, блин. Смотрю, что-то Киллмонжер не стреляет, нифига. Блин. Ё-моё, вот это да, ребят, это просто на пустом месте сфейлился я. Просто на пустом месте за своей дебильной вот этой невнимательности. Ёпарсоте. Это хуже не придумаешь, когда вот так вот происходит. Ну... А, нет слов у меня даже. Ребята, просто нет слов. Поставил, блин, называется, а. Я очень расстроен. Из-за своей, блин, дебильной ошибки. Так вот. Давай, Магнета, качнись, малька. Лоуго. Так, хранилище. Надеюсь, в хранилище дадут мне карту новую. Ох ты. Так, постоянно обладает постоянными эффектами всех карт противника. Постоянными эффектами всех карт противника он умеет. Блин, ну как же так, ребята? Ну ё-моё, ну поставил, ну невнимательно посмотрел. Надо было в любую точку поставил бы его, но не на центральную, нет, вот. Я уже просто предвкушал победу, ребята, попивал себе спокойно тут, как говорится, капучино и ни о чем не думал. Уже я подумал, когда увидел, что я тут натворил. Чего там он? Плюс 2 к силе. О, карт в руке. Ну, хорошо. Ну что, морду будем вызывать? На этом ходу карты должны быть разыграны здесь. Ну, давай. Получает плюс 3 к силе. Это без способности, опять же. Дам ему вот эту карту. Зеленого гоблина. Сюда поставим. Один. Ага. Твою налево. Сейчас бы опять, ребят, тупанул. Поставил бы сюда бы. Да ты... А что это он сделал? Подожди секунду.
Копируют разыгранных на этом ходу карты. Понял. Дума разыграл, да, моего же? Хорошо устроился, чувачок. Ну ты же видел, что это ему не помогло. Но это фигня, ребята. Мне больше все-таки обидно, когда Killmonger не выстрелил. Я просто в истерику впал. Ай, господи, жена была так лопухнуться-то. Ну что, агент выпадает нам. Карты стоят на один меньше. Ух ты, ух ты. Я могу, значит, себе позволить и вот так, и вот так. Угу. Опа, космо вылетел у него. Так, кузнец. Кузнец. Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Никто вправо не пойдет. Так, он вызвал домино. Я сделаю вот так вот. Ну что, дальше? Подожди. Дальше мы поставим, наверное, кузнеца. Пора думу вызывать. Так, я понял. Какой-то план у него интересный. Ну, сделаю, наверное, вот так тогда. Ваш противник отступил. Он, наверное, не думал, что сюда, да, все перейдут. Так, ребята, у нас следующий ранг. Поднялись мы по уровню. Разыграйте карты стоимостью 1. Разыграйте... Так, выиграйте 4 картами. Что там на локации? На одной локации? Так, выиграл же. Там, наверное, надо несколько было поединков. Ну что, Погио у нас тут выплясывает. Давай посмотрим, что это за Погио. Блин, ну нафига так делать-то? 4-4-3. Вот, спасибо. После каждого хода. Давай, после каждого хода будем получать. Ну, мы эту шваль уничтожим. Он еще и снэпать вздумал мне. Так, ваши карты в этой локации получают плюс 1 к силе. Что он там делает? Шоквейв. А шоквейв стоит 2 единички. Не прокатит, да? Мы сейчас испортим ему все. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Давай сделаю вот так вот. А почему только мои-то карты здесь? Плюс 2 к силе, постоянные карты, без способностей.
Угу. Да пошел ты, знаешь, куда, блин, космос он сюда поставил, блин. Не, ребят, не получилось у меня. Дебильный космо, блин, все, блин, попутал мне. Тварь, а. Выставил свое говно, блин. Ну давай ты уже быстрее там что-то делай. Трындец, зависло. Блин, ну бесява, а. Просто, ребята, бесява. Надо было, наверное, туда его ставить, чтобы там 100% никого он не выставил. Нафиг мне магнит? Я что-то не могу понять. Это колода какая-то не... Я от магнита уже давно, по-моему, избавлялся. Угу. Кулачки. И как раз, да? Колода под перемещение. Ну, замечательно просто. Так, а он сколько стоит? Одну единичку? По-моему, одну единичку стоит. Так что есть резон вызывать нам этого. Четвертый ход. Доктор Стрэндж. Поехали. Халкбастер. Понятно. Ну и Дума. На дорожку. Перемещает. Ну и до свидания. Не сработал твой фокус, парень. Да перемещался. Хе-хе-хе. Хе-хе, перемещатель. Плешивый. Это тебе за тот раунд. Месть. Ну-ка, что у меня тут? 15 бустеров на кого? На Шанну. 15 бустеров на Шанну. Что за Шанна? Я не помню, если честно. Что за Шанна? Жанна Агузарова. Шанна, Жанна. Так, карта с базовой стоимостью 6 стоит на 1 меньше. Титан. Это что-то новенькое, ребят, по-моему, да, Титан? Так, находящиеся здесь карты без способностей, понятно, получает плюс 3. Вызовем морду. Выстрел тоже мне. Так, а он на постоянной основе, да? Нет. Нельзя добавлять карты.
Давай я так сделаю. Оп. И Грутушка обделался, да? И Грутушка обделался. Сделаю. Шанчи. Ну и чё? Последний ход, ребята. Последний ход. Я сделаю вот так вот. Да иди ты в пень, блин, утырок, блин. Давай, Думов. Есть, мы выиграли, ребят. Думал, магнит его спасет, ага. Пошел нафиг твой магнит. А он еще снэпался там. Снэп, снэп, дай мне снэп. Получил снэп. Вшивик. Так, разыграйте карты сумместью 3, возьмите. Ну, слушай, ну мы сейчас с тобой задания все, наверное, доделаем на сегодня. Так, получается, так карта ложится у нас. После снэпа, наверное, поиграем на растение против зомби-героя. Ну, что там у нас? Карта здесь получает минус один к силе. Не хочу. Не хочу минус один к силе. Опа. А мистик что делает у нас? Что залагало там лаганутики? Предоскрытие, если последняя разыгранная вами карта имеет постоянную способность копировать ее текст. Постоянную способность. Ой, как бы я не пожалел об этом. Все, я понял. Копирует в мою руку карту. Ага, Один вылетел. Хе-хе-хе-хе, что же мне тут сделать-то лучше? По-моему, ребят, тут уже ничего не сделаешь. Лучше. Так, Киллмонджер, да? Последний ход? Блин, я проиграл, да? По очкам, ребят. По очкам проиграл. Здесь 2 очка в плюсе у нас.
Про мистика, конечно, я лопухнулся. Мистик работает на следующий ход, оказывается. А там не на последний. На последнем ходу, если вы... Она сделает эти... Нифига она не сделала. Зря использовал только, получается. Просто зря использовал мистика. Вот так вот, ребят. Не понимаешь смысл карты, не лезь. Не суйся, не ставь твою налево. Полез, блин, своими корявыми ручками ставить, блин, мистика. Плюс 3 с наибольшей силой. Ну что, опять нету первого хода? Ой, первого, второго. Нельзя больше разыгрывать здесь карты. После четвертого хода. На шестом ходу можно перемещать карты. Давай так сделаем. За подляночку небольшую. Так сделаем. Опулет, снэп. Сейчас будет тут перемещать их, да? Как я могу понимать. Но у нас есть этот, у нас есть Doom. Надеюсь, у него нету космо. У него есть Стрэндж. И плащ. А у нас последний ход. Перемещает, перемещает. Да заперемещайся хоть. Ну и все. До свидания. Нет, 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 нет. Хоть закастуйся тут. Хоть закастуйся там. Не видать тебе там ничего. Так, опять мы вернулись в свой 14-й ранг. Что-то глаз заслезился по твоему, как будто мусоринка какая-то попала. Что за Джефф? Что за Джефф такой? Что за окуленок, а? Прикольный. Кто-нибудь, ребята, видел зовут Джеффа? Есть у кого-нибудь? Напишите в комментариях, что он делает. А, там же можно прочитать, что он делает. Ну, начинается опыт. Так, что этот Джефф делает? Блин. Никак, да? Даже не посмотреть, блин. Я так понимаю, сейчас мне не будут давать противника, потому что опять там сервер упал, или что у них там обычно. Вот такая вот начинается ерундовина. Я тогда тоже хотел записывать, ребята, зашел, как раз Дэдпула когда получил. И вот такая вот ерунда началась. Ну что, друзья, раз пока мне не дают возможности, давайте на сегодня мы закончим эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.